Два вопроса, батюшка. Первый вопрос. Православие и христианство – это понятие тождественное или усиление одного учения другим? Нет, это... И второй вопрос, батюшка, извините, и второй вопрос. Я на соборовании получаю маслице для помазания недугов. Эта маслица оказывает мне помощь. Оказывает ли она такую же помощь другому, который не был на соборовании? Благодарю вас. Тоже оказывает. Но если вы взяли масло для себя с соборования, помазание этим маслом – это как продолжение вашего соборования. А для этого человека это просто помазание освященным маслом. Тоже оказывает, но в меньшей степени. А православие и христианство – это одно и то же. Просто мы говорим православное христианство, потому что есть еще неправославное христианство. Это римокатолицизм, лютеранство и другие конфессии христианские. И вот, чтобы подчеркнуть, что мы и по-иному славим Бога, чем они. Мы говорим православные. Вот. Православные кто у нас? Греки, грузины, часть поляков, часть словаков, тоже и небольшая часть чехов, и сербы. Сербы православные. Ну, теперь новая такая нация черногорцы появилась, тоже православная. Вот. И, конечно, украинцы, белорусы тоже в большой степени. Хотя среди украинцев есть и католики, и другие там конфессии. Вот. Но чтобы отделить, чтобы показать, что мы одной веры, мы именуем себя православных христиан. Вась, вообще православных людей в мире капля по сравнению со всеми живущими. Вот неужели так вот действительно людям истина недорога? Или вот в чем причина, что именно православие, оно, наверное, самое немногочисленное? Понимаешь, какое дело? По сравнению со всеми земными рудами, золото – капля, а платина – еще меньше. От этого ценность платины только возрастает.